Всем привет. Давай. Ну что, ребят, вот вам почти солнечный привет из Копенгагена наконец-то. 2 недели прошли. Это было сложно, но потихонечку уже все становится заебись. Сами видите, люди гуляют, город живет, девочек красивых много, музыка прям играет на улице. Тут дорого, поэтому, чтобы приехать, отдохнуть здесь хорошо, на немножко заработать. Но когда вы приедете, вы насладитесь всеми приколами, которые только могут быть в этом городе. Особенно, когда здесь будет двигаться много машин, много людей, все молодые, все будут слушать музыку, все будут отрываться, все будут чилить, все будут курить, потому что это Дания. Здесь это можно, здесь нормально. Поэтому ждите новых, так сказать, небольших видеонарезочек того, что ждет вас именно здесь, когда вы приедете, и мы здесь отдохнем. Я скучаю. Пока.